Масштабный общественный резонанс вызвал проект строительства газового терминала в бухте Перевозная. На общественные слушания в поселке Приморский приехали порядка 300 активистов со всего Приморья. Общественные слушания по проекту строительства терминала по перевалке сжигающих углеводородных газов в бухте Перевозная планировалось провести в одном из помещений администрации поселка Приморский Хасанского района. Они были назначены на вторник, 21 мая. К назначенному времени у дверей сельсовета собралось порядка 300 человек. Активисты приехали из Славянки, Владивостока, Находки, Надеждинского и других районов. Участники пытались пройти регистрацию и попасть внутрь, но маленький зал вместил только несколько десятков человек. Большая часть слушателей осталась на улице. Несмотря на это, организаторы все же начали мероприятие, но их попытки приступить к обсуждению проекта прервались народным негодованием. Все кричали, ругались, скандалили и не могли услышать друг друга. Завершилось все стихийно организованным народным голосованием. Большинство участников проголосовало за перенос слушаний по проекту на другую дату и в другое помещение. Однако слушания не отменили, а объявили перерыв до 10 часов утра 10 июня.